В детстве моя бабушка рассказывала мне о временах, когда земля дышала жизнью. Но алчность за технологиями превратила этот рай в пустоту. Детям досталось лишь мертвое наследие. Войны, голод и города, превращенные в руины. Что делать с этим мертвым миром? Мы, дети разрушенной земли, должны идти дальше. Может быть, в нашей силе оживить планету, вернуть ей дыхание. Даже если для этого придется начать с самого начала.